Мне кажется, нужно вот некую такую самооккупацию осуществить. Как бы вот, взять и признать, что вот этих вещей мы делать не умеем. И если мы их начнем делать, то на выходе получится не избирательная машина, а автомат Калашникова. И самим ее не делать. Ну, что это означает практически? Практически это означает, что, так сказать, условно говоря, там, функции избиркома передать ПАСЕ. Там, саму избирательную кампанию проводить под безусловным контролем, а может быть даже организацией там, международных каких-то организаций. Функции Конституционного суда передать там, ГААГе какой-нибудь и так далее. Вот. И нормально, да, это добровольный отказ от части суверенитета, то, что сделали огромное количество европейских стран, вступив в европейское сообщество. Только мы это должны сделать добровольно, прекрасно понимая, что у нас есть такого рода риски, что мы больны шизофренией и, в общем, видим то, чего нет в реальности.